Ковбой подъезжает к другому ковбою и спрашивает. «Слушай, Билл, ты, говорят, 3 класса в школе проучился. Так объясни мне, не ученому, что такое круговорот веществ в природе». «О, так это просто очень», — отвечает он. «Предположим, убьют тебя завтра в перестрелке, мы тебя похороним, на твоей могилке травка вырастет, эту травку моя лошадка скушает и наложит после этого кучку. Я подойду к этой кучке, пну ее сапогом и скажу: Hello, Джек, ты все такой же». Здорово, здорово, дорогие друзья, с вами Булкин, добро пожаловать на продолжение прохождения шедевра от Rockstar. Друзья, конечно же, это Red Dead Redemption 2, либо же, проще говоря, RDR 2. Есть у меня ощущение, что анекдот это скоро закончится, потому что, друзья, пока не пахнет концом никаким, вообще абсолютно у нас только все нагнетается, обстановочка. И, кстати, этот анекдот прислал Lane25, за что ему огромное спасибо. Напоминаю, что в комментариях, друзья, помимо советов, рассуждений и так далее, вы можете присылать анекдоты, которые мы зачитываем уже до протяжении более 30 серий подряд, проходя Red Dead Redemption 2. Ну что, друзья, получается, вы мне, кстати, вот я, помните, рассуждал же насчет того, кто, ну вообще, как получилось так, что произошло с Артуром, как он подхватил эту болячку свою, как он заразился туберкулезом. И многие сделали акцент сначала на том, что это была, типа, еще в 3 главе он покашливал. Вот, потом нам это все более явно показывали. И в итоге, до меня сейчас вы до конца уже вот этот момент, так скажем, мне напомнили, что был у нас один должник. То есть, подождите, то есть вы хотите сказать, что если так порассуждать, Даунс, вот этот вот самый, который заразил Артура, как я понял, опять же, это вроде даже не какой-то спойлер, это просто как бы, ну, логически можно к этому прийти, потому что, опять же, все это в 3 главе началось, если, опять же, сопоставить, да, это, возможно, не сразу получается сделать, но подождите, это, получается, главный злодей будет в игре, если Артур не вылечится в итоге, потому что Адрискалы, по крайней мере, Артурчика нашего не заражали. Да, было много проблем, много нюансов, много вопросов, но как бы одно дело здоровье, которое, как говорится, за деньги не купишь и нигде не заработаешь. Так, тем временем, друзья, я предлагаю своим ходом немножечко пофрирумить, до Мики доскакать. Кстати, подожди, можно... Почему с первого раза никогда не открывается-то вот эта вот штука? Что там такое? Можно описание какое-то короткое? Спасибо. Повозка с разъездкой из армейской колонны следующей... Ну, как бы делов-то, как бы, что может, что только не делали в этом ковбойском мире, какая-то взрывчатка, что-то там украсть, это мы без проблем сможем сделать. Я надеюсь, друзья, что, ну, то есть, опять же, у меня вот сейчас 2 есть варианта, которые я себе в голове прокручиваю. Первый вариант, который я прокручивал всю предыдущую серию, что Артур сейчас реально будет заболевать и чувствовать себя хуже, и в какой-то нужный, кульминационный момент он попадет там... Опа, подожди, о боже, нет, что такое? А ну-ка, оставьте мужика! Я опять не успел. Успел. Одного спас. Спасибо. Судьба несправедливо обошлась с вами. Ведь вы помогаете людям. Давай, ускакивай, молодой. Давай. Одного спасли, другого было нереально, друзья. Пока я там среагировал, там уже было нереально. Ну, такая... Немножечко такой благородный поступок совершили, да? Чуть-чуть. Вот, короче, что я говорил-то, я уже забыл, подожди, о чем я рассуждал? А, насчет Артура, то, что, я говорю, либо он откинется просто реально в какой-то не откинет, я думаю, что он никуда не денется, просто он, скорее всего, попадет там, либо в какую-то условно больничку, может быть, либо, хотя, блядь, туберкулез в то время, это, конечно, не может же быть тут... Я не знаю, опять же, вот сопоставляя, помните, вот рассуждая про Штрауса, спасибо, что вы написали, что все-таки я переживал, что мне тогда написали, что типа ты не проходил задание Штрауса, у тебя не будет, я думал, что не будет выбора какой-то концовки, но вроде как мне написали, опять же, что на выбор концовки там условно или на какую-то все-таки развилку это не повлияет. Вот, я, короче, предполагаю, что самый такой, знаете, типа... Момент, это если вот в самую какую-то развязку, самый замес, с Артуром что-то случится. Типа, вот, и там каким-то образом это повлияет в негативную сторону на развитие сюжета. То есть, типа, будет не хэппи-энд. Хотя, может быть, он сейчас найдет какое-то там лекарство каким-то образом, потому что, я так понимаю, нам еще играть и играть. А что, мы где только не путешествовали. Гуарма, это только начало. Я говорю, может быть, сейчас окажемся где-то в Санкт-Петербурге. А что, все может быть в этой игре? Я уже все допускаю, реально. Так, тем временем, Анжела немножечко устает,
А, почитал комментарий, значит, Анжелу никуда не менять. Ребят, ну, по-моему, это как бы, знаете, само собой. Я как бы не рассчитывал ее куда-то девать, поэтому, ну, как бы... Анжела... Чё, кролика? Какого? А, я кролика затоптал, я понял. Ладно. 5 из 5 мне нравится, не слезая это достижение, всадник один. Ну чё, Мика? Вот он, старый чахотник Барган. Заткнись. За тобой никто не шел. Не понял? За тобой никто не шел? Чё, пацаны, у тёхи Ван Хорна? Не совсем. Я больше ни в чем не уверен. Я знаю, что куда бы ты ни пошел, там оказываются законники. Да неужели? А вот мне кажется, что с тех пор, как ты с нами, нас преследуют неудачи. Постоянно что-то затеваешь, нашептываешь дачу всякое. Зависит у меня, что где ты, там и пинкертоны. Ну и наоборот. Так что лучше следи за своим чертовым языком, приятель. Не то... Блять. Не горячись, ковбой. А то еще подорвешься здоровье такими темпами. Мика, заткнись. Он сам начал. Дач хочет, чтобы мы придумали, как отвлечь внимание ищей. Нужна взрывчатка, чтобы подорвать мост. Это на несколько дней уберет отсюда. Так, мне кажется, что это чертовски плохая идея. Не думаю, что Дача сильно заботится, что тебе кажется. Это я знаю. Надо еще раз одурачить их напоследок. Потом мы с ним двинем в Блэквотер, заберем деньги и поможем всем уехать. У него корабль наготове. С Блэквотером ничего не выйдет, это знают все. Даже такой алчный болван, как ты. Это решение Дачи, Артур. А ты всего лишь хороший стрелок, как и все мы. Только вот ты прихворнул. Я в порядке! Тогда ты сделаешь то, что Дач просит. То есть ограбишь дилижанс, который едет из Аннесберга, которым полно взрывчатки. Ограбить дилижанс. Мы только и делаем, что грабим дилижансы, ты да я. На этот раз мы будем... Так, а мне нужно кое-что продумать. Вы справитесь, парни. Черт, придется так. Идем, Артур. Кстати, пастушок. Не напрягайся. Бля, меня начинает раздражать этот ебаный Мика, если честно. Он реально подсос сраной Дачи. Если окажется, что Дач еще реально, как бы, всех хотел... Ну, у него какой-то злой план, и он главный предатель, а Мика просто подсосун сраный, блядь. Ну, реально он меня раздражает. Нахуй он, блядь? Он меня еще Артура подозревает. Да-да-да, я тебе тоже, блядь, не хворай. Мика сказал, что мы нападем, когда он проедет в Ван Хорн. Так что, теперь он тебе приказывает? Мне приказывает Дач, как и раньше. Эй, погоди-ка, там агенты Пинкертона. Заебись. Тихо, тихо, халдим. Думаю, все чисто, уходим. Эти двое совсем с катушек съезжают. Ты ведь слышал, что Дач убил Корнула? Так надо было. Надо прямо сейчас? Пинкертоны нам в затылок дышат. Знаешь, я начинаю думать, что ты совсем размяк, Морган. Да что ж все против меня-то? Стоило только, блядь, чуть-чуть реально заболеть уже. Ну, как сказать, чуть-чуть. Хорошо, давай подождем здесь. Так, Ван Хорн. Так, повозка будет ехать с той стороны. Из Аннесберга. Остановить ее мы сможем только вдвоем, иначе ничего не выйдет. Вот, я подумал, что ты изобразишь покойника. Хуеси. А я разберусь с ними. Нет. Как стрелок я лучше тебя, а ты... Ты гораздо лучше меня, актер. Нет, ты изображаешь мертвого, а я тебя прикрою. Я понял. Кажется, это они едут. Я устрою славное представление. Так, давай, значит, что мы прячемся? Подожди, займите позицию. Дождись, пока Билл не нападет. Вот он, ну идет. У нас же отсюда не будет видно все равно, да? Не должно. Опа, упал. Так, и в какой момент действовать? Эрик, оттащи его оттуда, быстро! Бля, кого лучше сначала снять-то? Ну и место, ну и люди. Че, действовать уже? Ладно, давай. На нахуй! Подмышечку фирменная. Ах ты, блядь, шляпа опять. Сердце через спину. Сердце не через спину. Один из них решил удрать, блядь.
Бегом нахуй, бегом, садитесь в фургон. Какой фургон, блядь? Какой фургон нахуй? Тихо, 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 бежим, 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 бежим. Бегу, 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 бегу. Ладно, не с той стороны, пофиг. Перелезем, перелезай, давай, помогай, спасибо. Давай, надо убираться отсюда. Ладно, посмотрим, получится ли у нас доехать до лагеря. Ну, блядь, с этим, конечно... Хорошо стреляешь. Ну, а ты что думал? Хорошо прикидываешься пьяным. Идеально для меня роль. Я потом пропустил стаканчик. Всегда что-нибудь случается, правда? Угу. Жизнь, так как говорится, ковбойская. Чёрт, Артур! Да ёбаный... Подожди, мне кажется, это не самый лучший вариант. А что с этой-то хуйни? Подожди, болтовая вин... Блядь, надо было этого, как Шофилда, Спрингфилда, блядь, как его взять? Ну ладно, это тоже нормально. На нахуй! На нахуй! На нахуй! О, шляпа продырявлена! Отлично, отличный выстрел, Артур. Хороший. Я думал, что в Анхорне нет законников. Я сейчас так важно бил? Да, мы везде в розыске, просто, абсолютно везде. Просто везде, блядь, где только мы не появляемся. Ну сейчас уже все, это пиздец. Мне интересно, если бы кто-то реально в взрывчатку попал. Было бы неприятно, мне кажется, да? Проклятие, сзади еще. Да ничего страшного. На, нахуй. На. Блядь, ну это в сердце было. Вот это в сердце было. Еще, блядь, нихуя, ты че, дядя? Ты че? На, нахуй. Под мышечку. На... Блядь, не попал. А, хорошо. О, еще, блядь. Хуя себе, блядь, перестрел. Ой-ой-ой, это где-то, это промежность. Это промежность была. Это была промежность. Больше всего мне нравится под мышечку. Под мышечку прям хорошо залетает. Хуя ему в зубы попал, он не умер. Если динамит выпадет из ящика, может взорваться при падении. Да, блядь, не надо, чтобы он выпадал. Не надо, чтобы он выпадал. Тихо, 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 аккуратно. Блядь, да хватит дырявить. Короче, на. На. Двойной хедшотик. Ну так, чтобы наверняка, наверняка, контрольный сразу. Отлично. А я подумаю, что делаю, а? Ладно, я больше никого не вижу. Так. Нету больше. Ох, это было опасно. Нихуя там реально дырки в этом самом. Кажется мне, что я не был рожден, чтобы водить повозки с динамитом. Заменить кучера? Можно заменить. Подожди, мы типа поменялись местами? Да, правда. Ты видишь в этом какой-нибудь смысл? Это отвлекающий маневр, он не должен иметь смысл. Должен! Для нас это наш план! А, знаешь, мне надоело... Блядь, не успел читать. Я сначала не понял, что они уже, блядь, передали... Я думаю, а зачем пересаживаться, если можно просто передать эти самые, как они называются, вот эта хуйня, блядь, в руках, которая держится-то. Так, ладно. Смотри, там Мика. Ну, стоит, да. Здорово, блядь. Ну, что, он у вас? Он у нас. Да, он у нас. В чем дело, Артур? Ни в чем, босс. Джон, отгони фургон к мосту Бахус. И спрячь там. Он сам делится главным. Иди вперед, мне нужно поговорить с Артуром. Отличная работа, сынок. Сынок, блядь. Что происходит? Послушай, мы с тобой не всегда ладили. Я тебя раздражаю, ты мне не доверяешь. А я люблю нарочно тебя бесить. Но прямо сейчас мне нужно, чтобы ты постарался. Хорошо, Мика, как скажешь. Артур, я не такой мерзавец, как ты думаешь. Но выживать я умею. Держись меня, когда тогда не пропадешь. Да, мост — это работа для двоих. Так что иди, помоги Марстону. А почему не ты? Я же сказал, нам с Данчем нужно кое-что обдумать. Про поезд. А вообще картина масштабнее, Артур. Поверь мне. Блядь, чё они мутят нахуй? Почему мне это вот... Неужели просто Артур просто встал, сказал: «Дач, чё за хуйня? Почему этот белобрысый к тебе подсосался? Расскажи мне до конца свой план, почему это в тайне?» Я не понимаю, по-моему, слишком теплые отношения всегда были между... этим самым, как его... Между Дачем и Артуром. То есть не было же никогда такого, что он какой-то... Артура считал подсосником каким-то, там еще что-то. То есть, ну, всегда как-то он хорошо относился, всегда все было заебись. А тут, блядь, резко, нахуй, какой-то второсортный Артур стар. Ну что же такое? А что он терпит-то это все? Так, мне еще советовали мясо приготовить. У нас, в принципе, просто еда-то в целом-то есть какая-то. Я согласен, что мясо-то, она больше... Больше всякого интересного. У нас, кстати, подожди, больше наготовленного ничего, да, нету?
только костяное филе рыбы. Ну давай, сразу сожру. А зачем я его сожрал, кстати, если... Ой, долбоёб, ладно, понятно. Потратил просто так, блядь, филе рыбы. Ладно, потом нажарим. Да тихо, не ори, Пирс. Тихо, подожди. Ну, Артур болеет, блядь. Он захотел поближе подскакать. Что сразу орать-то, блядь, я не понимаю. Так, ну что? Ну что, пастор Свонсон? Пастор, вы в порядке, мистер Борган? Че, пацаны, вспышка гнева? Не знаю, пастор. Сейчас тяжелые времена для всех нас. Да, очень тяжелые. Вы сам не свой. Мне всегда казалось, я связался с... Пастор Свонсон, на минуту, само собой. Нью-Йорк. Мы поедем в Нью-Йорк, нихуя себе. Они уже гонялись за нами на юге, на востоке и на западе. Мы найдем корабль, мы поплывем по реке и отправимся на север. Нью-Йорк? А затем Таити, острова Фиджи или вот это место, Новая Гвинея, танцующие девушки, свобода. Но сначала нужно сделать много дыма. Поднять большой шум. А затем исчезнуть. Нам нужно больше шума? Одно большое дело и чертовски много шума. Дач, у нас же уже не очень хорошо получается проворачивать дела. Ты хорошо себя чувствуешь, Артур? Да, конечно. Извини, что помешал. Артур, я привел друга. О, парящий орел, этот сущий, блядь, золотым дождем. Его отец великий вождь. Мы с Чарльзом притворялись наемниками. Они оказали мне большую услугу. Дач Вандерлинде. Как поживаете? Не особо хорошо, сэр. Но я очень сожалею об этом. Как твой отец? Отец перепутал мудрость со слабостью. Его народ, мой народ. Слишком много страдал. Его слишком часто обманывали. А теперь у нас еще и отняли лошадей. Кто? Пехотный дивизион, который стоит... За что? Полковник Фейворс, лжец и убийца. Его люди не успокоятся, пока не истребят всех нас. Без лошадей мы не можем охотиться. А без охоты мы будем голодать. Это все равно, что объявление войны. Ясно. Ваши люди помогали мне раньше. И у меня есть деньги. Убери деньги, парень. Что скажешь, Чарльз? Ты же знаешь, я сказал твоему отцу, что не буду драться за каких-то лошадей. Ну, а я подобных обещаний не давал. Идем. Сейчас сущему орлу помогать будем. Ситуация не слишком вышла из-под контроля. Наверное. Идем. Так, надо, короче, этого золотого дождя, да, спасать? Можно привести им еще лошадей. Так, Ась. Да, я понимаю, что парящий орел сбешен, но делу это не поможет. Да еще и дача его подначивает. За ними и так полно народу гоняется, не хватало еще армии. Ты позволишь этим мерзавцам вытирать о нас ноги? Вот из-за чего все беды в нашем мире. Так, юноши, видите нас. Лошади на лодке рядом с Ван Хортом. У берега нас будет ждать человек с каноэ. Мы ведь поможем проведуть это, никого не убивая. Разумеется, что будет, то будет. Да-да. Сынок, расскажи мне об этом полковнике Фейворе. Он гнусный человек. Он и его солдаты над нами избываются. Всю нашу молодежь забрали из резервации и отправили в исправительные школы. Многие женщин тоже. Старики слабые и больны, но они отказываются выдать нам лекарства и припасы. Сегодня мы положим этому конец. Даю тебе слово. Ух ты, лиса какая, смотри, красивая. Ну нет, ну как бы тут как бы такой, подожди, такой получается благородный поступок. Зачем ты отвязался дальше? Да, вот я тоже... Ты меня знаешь, мы стреляем в тех, кого надо стрелять. Спасаем тех, кого надо спасать, и кормим тех, кого надо кормить. Опять ты за свое. Мы уже давно не помогали никому. Кроме самих себя, и даже ты это осознаешь. Я же говорил, шум. Нам нужен шум. Артур, шум и вера. Я до сих пор не понимаю, о чем ты. Хватит задавать вопросы. Подумай. Задумайся на секунду. К Пинкертонам уже должно было прийти подкрепление. Цивилизованный мир наступает нам на пятки. Кто знает, что еще Молли им рассказала. Нам пора переходить к кульминации.
Ну да, только это все здесь при чем? Открытое столкновение между армией и индейцами. Это как раз такой отвлекающий маневр, который нам нужен. Одним выстрелом убьем двух зайцев. Это Корнуолл спонсировал Пинкертронов. Да чего, по-твоему, я с ним разделался? В его отсутствие правительство с большей вероятностью перенаправит их на другие цели, особенно если разразится новый скандал. И тогда мы ускользнем. Как я и сказал, нам нужен только шум и еще одно ограбление. Нихуя, бля, мне интересно, удача реально все под контролем, или это какая-то большая, блядь, махинация отдачи? Я вернулся с сундуком, который я спрятал близ... Мы близки к цели, Артур. Динамит, железнодорожный подряд с армией. Все это было в документах, которые нашел Мика. У меня есть план, но ты должен мне довериться. Блять, я надеюсь. Это будет очень смешно, если он просто вокруг пальца сейчас просто вот... Прежде всего Артура, ну и в целом всех остальных. Блять, я не понимаю, верить и не верить этому дачу. Что-то какое-то, конечно. Мы все ждем... Меня? В смысле вы меня ждете, блять? Я впереди всех, блять. Это Пейта. И как я и сказал, эти люди нам помогут. Это был каноэ. Корабль все еще стоит на якоре в проливе. Хорошо, подождем до темноты. Ну, как будто бы действительно сейчас не до этого, но если удача, план реально пошуметь и отвлекающий маневр сделать, ну, я надеюсь, это, блядь, сработает. Так, гребите к кораблю. Блин, мне так нравится, я не знаю, это самый охуенный туман, который я видел вообще в играх, мне кажется. Вот реально, в Red Dead Redemption он прям очень крутой. Очень реалистичный. Надо подвести этот корабль к берегу. Лучше всего тихо к нему подгрести и подняться на борт. А затем, когда мы его захватим, разберемся с якорем и уплывем. Когда все поймут, что произошло, мы уже будем на берегу. Ну, блять, это очень сомнительно звучит. Я думаю, что все пойдет по пизде. Удачи. Я думаю, что все пойдет по пизде. Бля, как они нахуй ничего не видят, не слышат? Нахуя они там сторожат-то, я не понимаю, тогда на корабле? Если нихуяшеньки они не видят, не слышат. Как можно не увидеть две каноэ? Я сейчас еще въебусь, блядь, сюда. Ебись. Гребите, да я подгреб уже. Давай. Аккуратно. Блядь, сбоку, тихо. Да я и так тут. Блядь, куда они смотрят? Ну что за хуйня, я не понимаю, блядь. Вообще четверых просто не услышат. Представь, я понимаю, там, да, как бы... Открытое море, шум... Гам. Никого постарайся не убить, да? Ну, окей. Взять старый карабин. Так, ладно, подожди, это нам не надо. И шляпа нам тоже, в принципе, не нужна. Так, подожди, так это как? Подожди, как? Я пойду покурю, ладно? Иди покури, ладно. О, хорошо. Ой, только не это. Я себе, блядь, мы тут просто бесшумно, просто аккуратненько, блядь. Давай уже. Так, подожди, а как мне сейчас? Стой, там палевно. Стоп, что? А почему он еще красный? Ладно. Что они там делают, я не понимаю. Кто шумит, блядь? А как мне пройти-то? Они же меня увидят. Какой план-то, блядь? Тут их трое, нахуй. Блядь, подожди, я не понимаю, как? Там их трое, они... Постарайся никого не убить. Заебись. И что я должен сделать? Понял, блядь. Постарайся никого не убить, Артур. Окей. Да. Я не понял, как мы... Подожди, стоп. Ты хочешь сказать, сработал бы скрипт, если бы я подошел к тому, который стоит спиной? Меня бы не увидели, я бы его задушил одновременно, блядь, кто-то еще задушил. Это было бы бесшумно. Ну это выглядело как план говно, блядь. Они стояли вокруг, блядь, бочки втроем. Раз, два, три, стоят человек. И нам нужно отсюда зайти вот так вот, блядь. Я, короче, не знаю, какие были варианты еще, поэтому пришлось стрелять. Артур, разберись с якорем. Так, хорошо. Якорь так якорь. Где он, блядь? Якорь сверху? Что? Якорь же снизу, блядь. Ну, в смысле, он же... Вот же якорь. Да? Алло, блядь!
А, блядь. Все понял. Ты думаешь, я знаю, как с этим якорем обращаться? Я вообще в душе не ебу. Тогда взорви его скорее! Понял. А, вот же якорь в натуре. Давай, Артур. Да, блядь, сейчас, нахуй. Надо валить, да, отсюда, по-моему? Сейчас ебанет. Сейчас ебанет. Ебанул он. Дач, кажется, мы плывем слишком быстро. Я стараюсь. Мы движемся прямо на те скалы. Держитесь. Ёбаный в рот. Так, по дачу больше не доверяем, блядь, управлять судном. Эй, бить, проверяю корабль. Да что с тобой такое? А нахуй он сделал? У всех все в порядке? Да, наверное, но в борту огромная дыра. Лошади перепугались. И в трюме течь. Да, вытащим их отсюда. Что за хуя он это сделал, блядь? Скорее, скорее! У тебя, конечно, много недостатков. Но другого такого штурмана я не встречал. Что за хуйня? Зачем он это сделал? Лошади испугались, надо их вернуть. Поймайте и сядьте на одну из трех лошадей. Заебись, блядь. Каким образом я должен... Блядь. Иди сюда, лошадка. Хуя они плавают, оказывается, прикинь? Охуеть. Так, лошадка, иди ко мне. Иди, хорошенькая. Давай, 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 давайте, родные. Блядь, охуеть, лошади могут плавать еще и с кем-то на... Ну, типа, с этим, блядь, ну как сказать, с наездником? Ебать, ну, типа, нет, и то, что лошади умеют плавать, это мне уже писали раньше в комментариях. Ну что, вот так вот, нихуя не вывозят. Охуеть можно. Прикинь. Для меня это прям какое-то, блядь, это какое-то чудо. Огромная лошадь плывет с Артуром сверху. Ебануться. У нее сил, по-моему, остается. Подожди, значит, будет это самое. Тихо. Энергию не трать. Энергию до конца не трать. Блять, а нахуя он въебался-то? Подожди, ну, типа, это не специально было реально? Или это специально было? Нельзя было как-то по-другому, ну, как-то... Чуть-чуть. Более разумно подрулить. Да. Это странно, конечно. Это было странно. Похоже, что дядя Сэм любит вас даже меньше, чем нас. Похоже на то. Мой отец больше не хочет воевать. Тихо, не кашляй. Кто-нибудь из вас может? Ну, Артур. А, черт, Артур должен отдохнуть. Я помогу. Ты мне нравишься, парень. Значит, мы уведем лошадей и будем ждать, когда армия придет мстить. Надеюсь, что нет. Конечно, нет. Ну что, посмотрим, что у них там за форт. Хороший ли это план? Другого у нас нет. Кроме того, он отвечает обеим нашим целям. Воевать против армии просто глупо. Не надо нервничать. Кстати, Сэдди рассказала мне про Кольма. Встретимся в таверне Дойла в Сен-Дени. Поехали, сынок. Конечно. Проведем небольшую разведку в Уорд-Уэллис. А когда разберемся с Кольмом, разыщи нас. Мы подготовим для тебя хорошее местечко. Дач, я не знаю. Зато я знаю! Именно это нам и нужно. Отец сказал, что война слишком большой риск. Ты ничего этим не добьешься. Отец ничего не знает. Он вообще предпочитает жить на видении. Будь джентльмены. Отец не хотел бы, чтобы ты совершил такую глупость. Я сказал, что не хочу этого забежать. Что, если хочу? С санным дождем? Да. Помочь. Конечно. Я поговорю с ним. А ты иди в лагерь и проверь, как там остальные. Дач в последнее время, он... Понимаю. Спасибо тебе, Артур. Блять, что нахуй происходит? Какая-то вообще просто, блять, вот это, такая хуйня какая-то. Вообще, что за дичь? Так, подожди, в итоге теперь. Давай смотреть. Ёбаный в рот. Так, здесь у нас этот санный дождь. Вы согласились сейчас, чтобы поговорить с падающим дождем. А, причем это, смотри, это не дополнительная, это основная. А если бы отказался? Этой миссии просто бы не было, что ли? Так, тем временем, Джон... Алло, блядь, Джон, нахуй. Джон, блядь! Ты можешь раскрыть карты, что-то там, что конкретно? Конкретика? Никакой конкретики, понял, блядь, не открывается, нахуй. Сен-Дени у нас, соответственно, Сэдди хочет поговорить с вами. Нормальное разделение. Дач велел вам с Джоном взорвать мост при помощи взрывчатки, украденной с Биллом. Как будто какая-то кульминация начинается, вам не кажется, дорогие друзья?
Что-то как-то слишком много... Много всякого шума поднимается, и чем это, блядь, обернется, большой-большой вопрос. Ну, честно говоря, я бы, наверное, не против сейчас бы вот сюда поскакать и разобраться с вот этим вот... Подожди, правильно же, да? Сейчас, секунду, я как обычно сейчас поставлю, в итоге подумаю, что я одно... Подожди, еще раз. Да. Ну, блядь, ну почему не открывается-то, нахуй? Короче, с мостом разобраться, вот сюда скачем, все. Анжела! Анжела, родная моя, в ночи с Анжелой скачем мы. Ничего не бояться, настоять... Тихо, не туда. Настоять... Ой, блядь, подожди, тихо, не то. Вот, это плавало. Ну, то тоже, тем тоже можно посвятить, но думаю, что это будет не очень эффективно. Так, значит, у нас что, друзья? У нас пиздец. Потому что, ну, вот сейчас, опять же, я не знаю, когда именно произойдет... Какая-то кульминация и в плане здоровья с Джоном. Фу, блядь, Джоном, блядь. И в плане здоровья с Артуром. И в плане с вот этим вот... О, кстати, нихуя себе. Своих догнали, получается. Хуя себе, даже так можно. А если бы я сейчас что-то бам-бам-бам там случайно вот это как-то... Могло сейчас игру завершить? Нет? Так не сработало бы? Интересно, блядь, ну ладно. Проверять мы, конечно же, это не будем. Вот, короче, да, с Датчем большие вопросы, как бы реально ли у него все под контролем, или он сейчас сделает вид, что у него все под контролем, или у него вообще другой, другой вид контроля, блядь, в голове, и он всех пытается запутать. Лагерь ба... Это городские. Городские, говоришь? А, пистолет мой новый. Ушел отсюда, блядь, быстро. Городской, блядь. Кто городской тут? Я городской, а ты кто, дикарь? Вот и сиди, блядь. Причем я его не трогал. И, точнее, их. Они сами решили убежать. Ладно. Ладно, как бы. Пусть сами. Как хотят, так и это самое. Что хотят, то и воротят, как говорится. Что мы уже не будем мешать. Так, ладно, подожди. Давай-ка достанем лампу все-таки. Все-таки с лампой. Надо с пистолетом сейчас обязательно пострелять. Интересно все-таки, что я приобрел. А то я про него уже... Ну, не то, что забыл, конечно. Я помнил, что он где-то лежит. Но в нужный момент, как обычно, его нету. А, кто-то писал, что, типа, самые имбовые это... Сейчас, подожди, самое имбовое это... Вот, револьвер Шофилда. И из винтовок это вот этот, тоже название такое блядское. Ну, короче, я прочитал, спасибо, что... О, охотник, кстати, нихуя себе. Если бы, да, если бы я увлекался этим. Тем, что собирал всякие шкурки, сейчас могли бы какой-нибудь пальтишко, блядь, для Артура тут скрафтить. Вот, пожалуйста, где он был, получается? О, тут он, да? Ага, понял. Ладно, нам пока он не нужен. Пока скачем, я думаю, что даже без лампы, давайте с пистолетом, я думаю, что модняво выглядит, прикинь, 1899 года, пистолет в 1899 году, только-только все это появлялось, я так понимаю, вот такого типа пистолета, ну, наверное, да, по идее же, М1899, это уже не револьвер, это уже пистолет, так, New Hanover, награда 20 баксов, понял, принял, 3 часа, 7 градусов, кенгуру какие-то, блядь, опять скакают. Нам это ничего не мешает. У Артура есть цель. Блядь, давайте так, вот, ну, я как человек, опять же, не знающий не, вообще даже примерно, чем это все может обернуться, я все-таки верю в то, что будет, конечно, хэппи-энд какой-то, но как будто бы все должно быть именно грустно. Типа, ну, блин, а что, Артур, типа, под конец... Хуя себе, блядь! Ебать! Дикие волки напали, прикинь, в лесу, ночью. Такое, блядь, если честно. Так, подожди, как-то мы, по-моему, очень кругами тут скачем. А, не, нормально. Прикинь, вот такая вот, да, ситуевина тоже может быть. Нет, конечно, еще раз повторюсь, очень пиздец, как сильно удивляет тот мир, который они сделали в игре. Ну, это не может не удивлять. То есть, опять же, настолько проработанный, что действительно какие-то там... Так, тихо, Анжелка немножко устала. Может, я, кстати, немножко покормить чем-нибудь? Давай мы тебе дадим! В целом-то она есть-то особо не хочет, но... Сельдерея бахни просто так. Ну, чисто... Мне не жалко, Анжел. Мне не жалко, просто чуть бахни и давай сейчас в гору. Чуть-чуть еще осталось, вот горные козлы скачут. Давай, постарайся. Аккуратней, хорошая. Хорошая, Анжела, хорошая, молодец, давай, силы восстанавливай свои силы, и побежим сейчас, давай.
Good boy, Анжела, good boy. Давай, 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 давай. Еще чуть-чуть. Еще немного. Бля, прикинь, как лошади заебно, блядь, в натуре. К своими копытами туда-сюда, туда-сюда, вверх-вниз. Нихуя себе, это где мы вообще? Блядь, тихо, аккуратно, блядь, тут опасно. Охренеть тут местечко. Опа, опа. Чего? Че орешь-то, блядь, сразу? Хуя себе, сразу волыну достал, прикинь? Даже толком не пообщались, блядь. Сразу волыну свою расстегнул, блядь. Тоже мне тут скачут, блядь, в ночи. Всякие проблемы могут быть, знаешь ли. Я тебе не 21 век. Так, какой-то лагерь. Нихуя себе лагерь тоже, да, тут? Нормально. Так. Слушай, ну да. Анжела, тихо-тихо. Good boy, давай. Good boy. Аккуратненько. Почти прискакали, я так понимаю. Уже близко. Сейчас будем с мостом разбираться, походу. Сейчас будем с мостом разбираться. Мост у нас вот здесь вот, да? Угу. Ну да, видно. Ух ты, нихуя себе тут эта тележка, блядь. Сейчас будем кататься на телеевке. Ой, блядь. Прискакал, нахуй. Артур, ты немного на взводе. Но это продолжается уже довольно долго. Чё, пацаны, мост никуда? В тюрьме у меня было много времени подумать, и кажется, я уже не знаю, что за человек Дач. Ты один такой. Этот наш план спасения, мне кажется, что он... Я не знаю. Он, похоже, водит нас за нос. Опасно, блядь. Мы все творили зло, убивали, мстили, но... Ему кажется, что это доставляет удовольствие. Ему словно нравится наживать себе воров. Ой, пфу, блядь. Ну, короче, да. Я люблю Дача. Много лет назад он спас меня, но... Бля, Сэн Джон все-таки предатель. Такое ощущение, будто в Сен-Дени, когда меня арестовали. Он мог помочь, но не сделал этого. Мне кажется, ты должен взять жену и ребенка и исчезнуть. Ты так считаешь? Ты можешь. Ты можешь дать Джеку какой-то шанс. А иначе, ну, я не вижу другого выхода. А как же преданность? Будь предан тому, что для тебя. А что будешь делать ты? Я не пропаду. Только сделай это ради меня. Тогда я буду чувствовать себя, не знаю. Хорошо, если ты понимаешь, о чем я. Думаю, да, но... Послушай меня. Когда время придет, беги и не оглядывайся. Это конец. А что сейчас? А сейчас мы поможем Дачу напоследок щелкнуть армию по носу. Ладно, сделаем это. Бля, так какой шанс вероятности, что Джон, сука, какой-то, сука, блядь, все-таки предатель, и Дача-то намекал на это, и, блядь, сука, как сложно-то. Кому верить, кому нет. Сейчас будем кататься на телеевке. Похоже, мы наконец-то нашли свое призвание. На телеевке. Опа. Толкаем. Давай. Если проехать где-то треть пути, то мы сможем спуститься вниз и устранить заряд. А я уже установил детонатор. И давай закончим с этим. Бля, ебать сейчас бахнет, походу. Ты слышал про Дача и Корнула? Да, я об этом и говорю. Больше врагов, больше хаоса. Все, хватит. Вот так хорошо. Ой, блядь. Мне что-то не очень по себе. Ебать тут красиво. Ебать тут можно навернуться, нахуй, из этого моста. А, скажи, как будешь готов. Ебать. Есть. Ну, блядь. Готов, жду тебя. Я внизу, лестница. Так. Отлично, опускай. Схватить левой рукой, схватить правой. Левой, правой. Левой, правой. Левой, правой. Вот и славно. Давай следующий. Блядь, а как они рассчитали по таймингу? Если сейчас прямо кто-то здесь поедет. И все, пиздец. И пизда. Еще тележка тут стоит ебучая. Так, ну уже рассвело практически. Подойди к краю. Ты вправо ушел. Да куда я вправо ушел? Только взял, блядь, этот самый. Подожди. Так. Ой, сейчас ебанет, походу. Ща ебанет. Ща точно ебанет. Так. Левой. Левой. Правой. Левой. Правой. Левой. Правой. Хорошо. Так. Есть. Так, теперь спускайся, помоги мне их установить. Бля, не наебнуться бы здесь, нахуй. Здесь очень, блядь, высоко. Тихо, давай, Артур, аккуратненько.
Аккуратненько. Так, возьми одну связку из ящика. Детонатор подключен к мосту. У нас соединение связки динамита с запалами. По одной. Так, а, понял. Все. Я до меня дошло. Какой конкретно план? Блять, а как убежать-то успеть? Вот в чем вопрос-то еще. Успеем, да? Успеем, точно. А Джон-то там, блядь, сам динамит-то расставляет? Или он просто прогуливается, пока я тут все это ставлю? Так. Положите динамит, давай. Три получается, да? Всего будет. Блядь, ну хз. Бахнуть должно нормально, я думаю. Ебать, сейчас конструкция вся полетит вниз просто. Подожди, то есть вот сейчас до этого момента, допустим, у поезда же, я так понимаю, здесь замкнутый, да, круг? Вокруг всей карты, или как? Типа, или нет? Мне казалось, что он типа вот так вот как-то круг делает, типа, и бесконечный. А то есть в этом месте теперь как? Ну, то есть игра же сохраняет события, которые произошли? Надо подготовить тележку. Ты сможешь тут все один закончить? Да, валяй, я справлюсь. Увидимся наверху, надеюсь, все получится. Я просто прогулялся, посмотрел, помониторил, раздал указания. Артур, как обычно, блядь, все сам, самостоятельно. Так, давай сюда. Опа. Ну как, ты справляешься? Да, 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 все нормально. Все под контролем. Так, главное, чтобы все сработало еще, блядь. Так. Черт, кажется, сюда кто-то есть. Что? Ты че, блядь? Поезд! Артур, быстрее лезь наверх! Ёбаный насос, блядь. Да иду я, блядь! Ёбаный, подожди, ты чё? Блядь! Блядь! Ты чё, гонишь? Я нажимал. Я нажимал, они не хотели ускоряться, блядь. Да вот я, ну, толкаю. Вот, я точно так же, блядь, нажимал в ритм. Давай, давай, давай. Да какое залипание клавиш, я что, умру нахуй, блядь. Нет! Да, блядь, я нажимаю нахуй. Алло. Толкаю. Так, так, так. Да отъебись со залипанием клавиш, блядь! У меня Артур убирает, блядь! Сука! Ёбаный shift, блядь! Так, подожди, сейчас я... Подожди. Я не буду отключать это залипание. Так. 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 Уйди! Ладно, пришлось выключить. Пришлось выключить залипание клавиш. Алло! Что за звуки, блядь? Да я отключаю эту хуйню, ёбаную, блядь, ты можешь shift, ёбаный, нажимать! Блядь! Если я из-за этого не смогу пройти миссию, я отключил это залипание, алло. Ну? Все, дайте мне нормально, пожалуйста. Мне нужно левый shift, ну? Дай, блядь! Я отключил! Вы хотите выключить залипание? Я хочу нахуй, блядь, чтобы меня не трогало, нет! Пожалуйста, блядь! Я сейчас геймпад подсоединю. Подожди, а на геймпаде как? Геймпад работает? Давай на геймпаде. О! Все, блядь! В пизду shift! 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 Хорошо. Поезд там, правда, немножечко замедлился, мы все это прекрасно видели. Нихуя, он похуярил, смотри, как за поворот ушел. Спасибо. Без проблем. Нас не хотел бы так умереть. Ну, блядь, так три раза уже получилось, или четыре, сколько там. Пойдем взорвем эту штуку. А где? Я хочу уже... Что так, ты так не спешно прогуливаешься, как будто, блядь, как будто мы сейчас не планируем мост разъебать. Алло! Где у тебя тут все? Кажется, шнур цел. Где он? А, вот это хуйня. Да, я хочу это сам сделать. Давай. Ща ебанет. Ну давай. Бам!
Ой, как посыпался! Ой, как посыпался! Кажется, больше никто не проедет. Старик Дач может быть доволен, это точно отвлечет их внимание. Будем надеяться. Думаешь, это отвлечет от нас внимание? Посмотрим. Если честно, после всего этого я не совсем понимаю план Дача. Помни, что я сказал, Джон. Когда время придет, уходи. Ну как же преданность? Преданность всему этому. Ты был преданным. Я был преданным, и вот к чему это привело. Знаешь, для меня преданность была главнее всего. Она была всем, что я знал. Все, во что я верил. Но больше я в нее не верю, Джон. Скоро тебе надо будет уехать. Уезжай. И не оглядывайся. Я поразмыслил над твоими словами. Я тут много думал. Посмотри на нас. Мы тут рискуем своей шкурой. И ради чего? Ради идеи, которая больше не работает. В смысле? Ты понимаешь, о чем я. У тебя есть семья. Тебе нужны деньги. Тебе нужно начинать жить самостоятельно. Мне? Ну, мне нужен отдых. А Дач? Дач забрал себе все деньги. На хранение. Че, неужели Дач все-таки подлюга, да? Знаешь что? Эбигейл. Думаю, что знает, где лежит часть денег. Передай ей, пусть узнает точно. Тогда пусть приходит ко мне. Опа, а вот это уже... Мы узнаем, кому и чему именно мы должны хранить верность. Опа. Опа. Я не знаю, Артур. Я тоже. Я начинаю прозревать. Жаль, что все сложилось так, а не иначе. Но это мы не мы изменились. Блять. В итоге, знаешь, да, сучёныш? Напиздить себе все хочет, да? И мы сейчас вот как раз будем аккуратненько. Бля, ну все может же по-другому обернуться. Все может обернуться так, что в итоге реально Джон, например, тоже крыса окажется, который Артур доверился больше. Ну как больше доверился? Он просто с ним вот так рассуждает все эти моменты. Что-то уже Артурчику, по-моему, хуёвенько, да? Да. Чё-то грустно. Ну вот сейчас все, это мясо уже начнется. Это уже мы в открытую сейчас можно сказать, что... Дача, можно сказать, обвиняем, проверяем. Артур, давай аккуратненько, давай, родной. Давай, давай, дел много еще. Дел еще много, Артурчик. Ну что, дорогие друзья, я думаю, что здесь мы сохранимся. Недалека развязка, я так понимаю, что возможно, это буквально... Хотя, опять же, смотри, 53% типа. Ну, это, конечно, 100% это когда... Я сейчас опять же с GTA сравню просто по сохранению. По-моему, когда ты GTA 5 полную сюжетную проходишь, это где-то процентов 70 с чем-то, нет, по-моему? Я вот что-то не помню. Тут же считается вместе с дополнительными квестами, он пишет проценты, ну, как бы проценты. Короче... Блять, а может быть еще на самом деле и вообще еще все впереди. Хер его знает. В общем, друзья, будем смотреть. Ну, сейчас вот самая нагнетается обстановочка, можно сказать. Вот сейчас самое интересное начинается, реально. Я это просто понимаю. Огромное спасибо за просмотр, друзья. Оценивайте видосик, подписывайтесь на канал, если вы тут впервые. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие серии. Оставляйте ваши комментарии. Увидимся совсем скоро. До новых встреч. Ебать, я думал, что это... Вы слышали это? Я думал, это у меня в ушах, или сначала подумал, что это кто-то справа, боялся оглянуться, потом думал, что это здесь орёт в игре. Фу, блять, вот это сейчас было стрёмно. Все, до новых встреч, всем пока-пока.